Это я, Гарик. И сегодня мы продолжаем играть в Roblox. И сегодня я продолжаю паркур. От паркура до Тайкона. От этого паркура. Какой-то нубас. Они принимают меня за нубаса. Это самый легкий паркур в мире. Ну, наверное, для нубаса он сложный. Но не для нас. Мы же профессионалы, да? А если вы не играете в Roblox, то просто смотрите видео. Если хотите скачать, просто зайдите в Play Market, напишите в Roblox и скачайте. Но только не по Samsung. Это будет, наверное, вирус. Ой-ой. Ладно, это быстро пройдем. Просто небольшая... Большая смерть. Как-то тупо прозвучало. Я это знаю. Стоим. Какой-то я тупой. Постоянно говорю стоим. Я же и так стою. Стоим как... Давайте посмотрим. Почему они меня грифируют? Они хотят, чтобы я донатил. Вот же читеры. Хотят, чтобы я дал им свои роблоксы. А у меня, смотрите, всего лишь 13 роблоксов. Я не хочу их потерять. Если кто-то хочет, то можете. И если хотите узнать, как я это прохожу, они просто подсвечиваются розовым. Смотрите. Розовые, а другие красные. На это легко вижу. За первый дубль прошли. Понял. Обманочка зрения. Ой! Это был баг. Вы видели? Эта платформа просто исчезла. А никто там не был. Это просто баг. Вы видели опять, да? Вы просто это видели. Давай попробуем это сделать нереально быстро. Плохо, что кто сделал Roblox, не добавил ускорения. А то так очень медленно идет персонаж. Нереально медленно. Опять? Ладно. Попробуем продолжить следующую серию, а то мои руки уже устали. Ладно, всем пока.